Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня я продолжаю тему, которую подняла Елена с канала «Украшения для десертов». В одном из своих видео она мне задала вопрос, как сделать движущийся текст снизу вверх. Я записал для нее видео, я думала, что она имела в виду анимацию текста снизу вверх. Оказалось, что в итоге я ее неправильно поняла. Вот здесь она мне пишет в комментарии. Она имела в виду, например, стих «пустить снизу вверх». Сегодня я хочу ответить на ее вопрос, который я неправильно поняла. Но ничего страшного, я думаю, то видео тоже будет полезно другим, кто не знает, как это делать. Сегодня я расскажу, как это сделать с помощью программы Photoshop. Существуют различные программы, но я на данный момент расскажу, каким образом я двигаю текст снизу вверх. Что эта программа, она более простая в использовании. Если существуют различные программы, то там более профессиональные. Я больше не встречала других программ, которые делают так просто, как делает эта программа Photoshop. Работаю давно с этой программой и начинала создавать видео с помощью этой программы, когда открывала свой YouTube-канал. Я потом под видео скину ссылочку, где вы можете эту программу скачать. Вначале вы можете также пользоваться в ней бесплатно, если она вам понравится, вы потом можете ее приобрести. Я тоже как бы пробовал сперва вначале бесплатно, а потом далее уже приобрела ее в платной версии. Она стоит недорого, в принципе, ради того, чтобы делать хорошие слайд-шоу и фотошоу с помощью фотографий и видео, я думаю, не жалко потратить такую сумму. Давайте перейдем к делу, зайдем в новый проект. Дальше я загружу какое-нибудь видео для того, чтобы вам показать, как можно сделать, чтобы текст двигался. Сейчас выберу видео какое-нибудь. Давайте вот это выберу. Загружу ее на шкалу. Вот она у меня загрузилась. Дальше что я делаю? Я нажимаю «Редактировать». Захожу в редактор этого видео. Вот оно у меня здесь есть, да? Далее я сейчас скачаю стих просто. Скопирую для того, чтобы показать, как это все делается. Нажимаю «Добавить слой». Дальше нажимаю на надпись. Здесь у меня есть различные текстовки, вы можете выбирать ту текстовку, которая вам нравится. Я просто выберу вот одно спокойно, наверное, возьму вот это. Дальше нажимаю «Добавить слайд». Вот у меня текстовка загрузилась, здесь видите, да? Дальше вот тут с правой стороны я вот эту текстовку выделяю и вставляю тот текст, который я скопировала. Так, у меня здесь немножко скачалось. То, что я скачала с сайта, я это и удалю. Дальше, вот видите, текстовка, да, у меня идет, и она у меня загрузилась здесь. Значит, здесь я могу менять уже шрифт, сделать курсивом, например, да, он у меня меняется вот таким образом. Могу поменять шрифт, сделать таким его, например, да. Тут различные варианты есть шрифтов, вы можете выбрать тот, который вам понравится. Давайте я какой-нибудь просто выберу быстренько, чтобы вам показать. Давайте вот это посмотрим, что будет. Вот это давайте оставим, чтобы не тратить ваше время. Здесь с правой стороны вы можете добавить, увеличить шрифт, например, да? Уменьшить его. То есть 14 оставлю. Так, шрифт давайте поменяю, что-то он у меня тут не очень красиво смотрится. Так, вот этот шрифт давайте оставим. Дальше что мы делаем? Мы заходим в анимацию. Вот у нас анимация. Видите, у нас получается первый ключевой кадр. Вот он у нас находится здесь. Дальше что мы делаем? Мы опускаем просто на клавиатуре стрелочкой вниз. Просто опускаем, чтобы текстовка у нас опустилась. Вот она у нас опускается до конца. Вот ее не видно. Дальше нам нужно уже поставить ее туда, сколько примерно по времени она у вас будет крутиться. Например, я вот сюда поставлю, да, у нас где-то около минуты, да, она крутится, получается. Минута, наверное, будет много. Давайте 30 секунд поставим. Вот у нас показывается. Дальше мы нажимаем «Добавить». И нам нужно продвинуть текстовочку, просто двигаем по стрелочке наверх.
Вот она у нас поднимается, мы двигаем ее, двигаем, она у нас должна полностью исчезнуть. Вот она у нас исчезает. Так, вот она у нас исчезла. Все. Дальше что мы делаем? Нам нужно посмотреть, как он будет смотреться. Включаем ее. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Вот и все. Вот видите, я двигаю, у меня полностью видео вот это идет. Вот оно, да. Вы можете сюда еще видео добавлять, значит, но эта тема на данный момент не к этому видео. Значит, если вам нужно какие-то обучающие действия, да, какие-то, как пользоваться этой программой, вы можете уже, сейчас я вам покажу, зайду в эту программу, в справку. Здесь у нас сайт программы есть. А вот эта программа загрузилась, вот photoshowpro.ru. Здесь вы можете как раз обучение посмотреть, слайд-шоу посмотреть, скриншоты, в общем, все, поддержка какая, скачать можете здесь ее. Вот, и цены здесь можете посмотреть. На этом я закончу. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А ссылочку на этот сайт я оставлю под этим видео. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока. Thank you.